Так, продолжим. Для того, чтобы сделать бэкап, можно воспользоваться вашим мобильным устройством. Предположим, это планшет, либо телефон, смартфон, у которого есть USB-разъем, есть разъем для карточек. Скорее всего, это microSD-карточка. То есть, соответственно, если у вас в фотокамере microSD-карта, либо SD-карта, тоже есть возможность таким способом воспользоваться несколько по-другому. Вы можете сделать копии. То есть периодически по заполнению карт там, или через какое-то время вы берете ваше устройство, выключаете его, ставите карту с фотографиями в microSD разъем, все это закрываете, включаете, загружаетесь, проверяете. Нужно убедиться, что все в порядке, открывается все нормально, карта, и пользуйтесь, предположим, вот таким вот устройством. То есть, так как у нас есть microSD разъем, мы можем купить так называемый MOTG адаптер. Вот похоже что-то вот на такую вот штуковину, это не он, но нет под рукой, но вот похожая вещь, у которого с одной стороны вот здесь должен быть microSD папа, такой разъем, вот, соответственно, какой-то слот для карточки microSD, туда ее вставляем и это подключаем, вставляя в планшет. Вот. Если все нормально, на экране должно отображаться вот это устройство, вот, либо в менеджере файлов каком-то, который вы поставите. Соответственно, смотрите, выбираете папку и копируете на карточку. Почему именно я рекомендую подсоединить карту памяти из камеры не к внешнему вот этому адаптеру, а поставить ее в планшет? На мой взгляд, как правило, вот эти внешние адаптеры, они довольно дешевые, довольно хлипкие. И вероятность того, что что-то произойдет не то, выше, чем в качественном разъеме самого вот этого девайса. Вот. То есть вы ставите карточку памяти устройства, карту, на которую собираетесь копировать в такой переходник, подключаете и копируете. Копирование занимает не очень долго, то есть если у вас современная быстрая карта быстрого класса, копирование занимает там, ну, минуты, 5-10 минут, скажем, там, в зависимости от объема. Вот. Далее вы аккуратно отключаете эту карту, там, заходите в свойства, нажимаете отключить, отсоединить, все это должно корректно произойти. Выключаете планшет, ставите на место свою SD-карточку, которая там есть, если она у вас есть обычно. Ставите карту обратно в фотокамеру и дальше пользуйтесь. То есть здесь речь идет о устройствах на базе Android с microUSB разъемом. Это то, чем я пользуюсь, о чем я могу рассказать. Возможно, такие вещи есть и для устройств Apple. Какие здесь еще есть варианты? Если вы не смогли найти такой OTG адаптер, вы можете купить шнур. Вот такого плана шнур, OTG шнур. То есть на одном конце вот такой вот USB разъем, который вставляется, опять же, ваш девайс. На другом конце USB гнездо. В это гнездо вы можете поместить адаптер. Ну, вот это как раз адаптер, такой миниатюрный под SD-карточки. Вот SD-карта сюда вставляется.
И, собственно, вот так это выглядит. Также можете использовать просто флешку большую, там традиционную флешку обыкновенную, сюда ее вставить. Вот, потом все это подключить, все это должно появиться на экране. И, собственно, также все это произвести. Вот. Что касается, чем это делать, можно любым файловым менеджером это делать. Вот. Единственное, что есть такая тонкость, когда вы хотите дописать папку. То есть, скажем, там вот вы скопировали 300 файлов, а во время следующего бэкапа у вас их стало 500. И вы просто по новой хотите скопировать, то есть многие файловые менеджеры, они вам просто напишут, что нет места на диске, и то есть либо вам придется что-то, либо придется стирать и по новой это все опять с первого файла копировать. Вот, либо на другую карту. Что здесь можно придумать? То есть есть более продвинутые программы в этом плане. То есть довольно старая такая программа, бренд, в том смысле, что она давно появилась, а версии свежие. Есть программа Total Commander. То есть Total Commander — это очень продвинутый менеджер файлов, в котором вы можете выбрать папку, скопировать ее, а в следующий раз выбрать папку и скопировать на то же место, как будто вы ее перезаписываете. У вас появится на экране предупреждение, вы выберете пропустить все файлы, то есть не перезаписывать. Он это быстро просканирует и начнет только добавлять файлы в эту папку. Никаких проблем с дополнением, даже тем, чтобы немного дописать на карту, не будет. Это что касается копирования, собственно, бэкапа файлов на карту. Я вообще рекомендую делать копии сразу после поездки, как можно раньше, то есть в каком-то адекватном состоянии, не слишком уставшем, чтобы ничего не запороть. Но, тем не менее, сильно не ждать, потому что в моей практике было несколько случаев, когда нормальные брендовые карточки просто умирали по каким-то непонятным причинам, то есть из-за статики, еще из-за чего-то. То есть это редкое явление, но такое бывает. То есть, насколько я знаю, SD-карты, они бесконтроллерные, то есть восстановить данные с них при каком-то там повреждении серьезном очень сложно, практически невозможно. Что-то придумать с ними тяжело, то есть вы потеряете все фотографии и ничего с этим не сделаешь. Вот. Соответственно, есть еще возможность сейчас, благодаря тому, что скорость интернета стала повыше, он стал более распространенным, устройства стали довольно мощными, можно делать копии в так называемых облаках. То есть разные компании предлагают бесплатные и в расширенной версии платные сервисы по хранению файлов, такие как Google Диск, OneDrive, Яндекс Диск и прочие. Их достаточно много. Вы можете воспользоваться именно на настольном компьютере, потренироваться дома на мобильном устройстве, оценить скорость, удобство загрузки. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, когда у вас будет мобильный интернет в поездке, вы захотите скопировать не одну, а, скажем, все фотографии. Объемы фотографий сейчас очень большие, и чтобы закачать, скажем, 8 гигабайт, во-первых, это может быть вообще нереальным, в силу того, что вы будете пользоваться Wi-Fi или каким-то пакетом лимитированным сотовой связи. И просто даже все это зависнет на этапе начала загрузки. То есть у вас будет висеть там подготовка к загрузке, и это висит, там что-то обрабатывается, вы ждете, и ничего не загружается. Вот. А несколько файлов, может быть, вам не очень интересно загружать, то есть вам хочется полный бэкап сделать. Что здесь можно сделать в качестве компромисса? Вы можете
скачать какую-то программу, которая конвертирует ваши фотографии с карточки. То есть, может быть, она сможет увидеть их на внешнем накопителе. Ну, я также рекомендую, как и в случае с бэкапом, выключить устройство, поставить туда карту, запустить эту программу. Некоторые программы, вот, которые я пользуюсь, они почему-то не сразу видят эту карту. Надо где-то что-то полистать, эту карту в каких-то файловых менеджерах открыть, и потом эта папка видится в этой программе. Программа, о которой я говорю в качестве примера, это PhotoCZip. PhotoCZip. Название будет в описании. Эта программа скачивается через Google Play. И она позволяет выбрать папку, выбрать параметры, там, разрешение, в какое будете конвертировать, там, название файлов, там, еще что-то. То есть есть некоторый набор функций, и в принципе она довольно шустро работает. То есть вы можете сконвертировать вашу карточку, там, не знаю, за 10 минут, за полчаса, и в результате получится, будет папка во внутренней памяти, скорее всего, если там у вас есть пространство свободное в устройстве, с вашими фотографиями. То есть с какой-то фотографической, серьезной, профессиональной точки зрения, конечно, это там ерунда полная. То есть получается файлы размером там, в 100 килобайт, например, или там в мегабайт, вот. Но с точки зрения бэкапа, такого катастрофической ситуации, когда у вас там по какой-то причине потерялось все, это неплохо. То есть они, в принципе, достаточно такого приемлемого визуального качества фотографии, и у вас останется все равно архив. Может быть, не то, что вы хотели, качественные супер фотографии, ну, нормального такого веб-качества фотографии, то есть вы их также пролистаете, посмотрите, то есть что-то останется. Вот, и данную папку можно будет, скажем, или автоматически в этой программе есть такая опция заархивировать в zip в один файл, либо сторонней программой, RAR-ом, либо с паролем там, что-то такое сделать, заархивировать в один файл, и уже этот файл, который будет там, скажем, размером гигабайт или там 500 мегабайт, вот, вы его можете уже закинуть на вот эти облачные хранилища, вот, потом их там скачать или просто удалить, если это вам потом не понадобится. И, в принципе, вот такой вот самый там экстренный бэкап осуществить на экстренную ситуацию, когда вдруг произойдет какая-то потеря. То есть я в своей практике случайно терял однажды карточку. Хорошо, что она не была с фотографиями, но могло бы случиться, что и потерял бы с фотографиями карту. Несколько раз были случаи такие, что карта умирала, то есть или просто не виделась, или переставала работать на запись. Ну, на запись еще не самый худший вариант. Вот. Это опять же к тому, что у вас всегда должны быть какие-то карточки под рукой для записи. Вот. И также вот я хотел бы добавить то, что если у вас камера с не microSD, а с большими такими картами, то есть, конечно, вы там не сможете поместить девайс, но вы сможете через адаптер какой-то там чуть побольше этого подключить вот к этому OTG переходнику, шнуру, то есть либо это даже не SD будет карточка, то есть через такой адаптер или какой-то там девайсик побольше, универсальный, на несколько там типов карт, вы тоже сможете скопировать эти фотографии. Вот. Таким образом вы повысите вероятность сохранности этих фотографий, и в какой-то экстренной ситуации у вас останется или полный бэкап там в вашей коробочке, где это все находится, либо в самом крайнем случае на облачном сервисе. Удачи!